с голом, который я забил очень сильному сопернику из Финляндии. Знаете, что там нету слабых игроков, а это очень в порядке игрок был. У меня Гудрон заехал в зону. Смотрите, переключаясь на боковое катание, потому что некому пас было давать. Начал так притормаживать. А боковое катание высматривает соперник. И на, смотрите, какую подкидочку дал. Подкидочку прямо на Тарасенко. Покажу с разных карт камер, что реально гол крутой. Так, тут сетка мешает. И тут мешает. А давайте с телекамеры посмотрим, как будто в жизни. Гудрон заходит в зону, переключается на боковое катание. Вот катание у человека реально. Ну, он легкий, конечно. Посмотрите, на боковое катание. Это, кстати, так в жизни в реально умею делать. На боковое катание. Ждет, пока Тарасенко подъедет. И вот своевременно, смотрите, и пас под киткой. Ну, реально крутой гол. Крутой только из-за этого паса. Именно подкидка, чтобы за клюшки защитников перелетело. Так, откуда еще глянем? Давайте отсюда заходит. Зону. И этот наброс. И гол. Ребят, мне очень понравился гол этот. Вот, вот, отсюда его можно посмотреть, этот наброс. Все. Хорошего вечера.